Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать в этот замечательный понедельник. Понедельник – прекрасное начало дня, недели. Практически завтрашнего дня будет начало нового месяца. Октябрь подходит к концу, и совсем скоро уже завершится эта осенняя декада. Три месяца закончится, и все. Начнется зима, наша любимая калининградская теплая осенняя зима. Беснежная зима. Друзья, на самом деле сегодняшняя тема, тема нашего сегодняшнего эфира, буквально-таки, вот лично я ее ждала для того, чтобы этому человеку наконец-то доказать превосходство женщин над мужчинами. Ну и, может быть, посмеяться, конечно же, потому что у нас сегодня будет превосходство, ну, скажем так, по-доброму, да? Ну или потерпеть сокрушительное фиаско, я не знаю, что будет. Я подготовил убойные аргументы, как минимум два. А о чем мы будем сегодня говорить, узнаем прямо сейчас. Немножко пригорело, но зато, знаешь, это, сына, вилки. Ой, да это ты сковородка такая, знаешь, это самое, на ней все пригорает, и давно выбросить надо. Да, а я думаю, чего это, вроде все по рецепту. Давайте мы попробуем, а? Не-не-не, шашлык женских рук не терпит. Вон идите туда, ваш места в зрительном зале. Я кому сказал эти ваши? Что ты делаешь? Иди отсюда! Что? Какой бантик? Ну давай. Ракете Петрович, мне Вероника Витальевна каждое утро завязывает бантик. Ну что ж ты такая большая девочка, а сама не умеешь? У меня нет меня. Писатель, вот вы и завязываете. Друзья, мы сегодня будем говорить, точнее будем соревноваться в том, кто все-таки лучше, мужчина или женщина. Кто в чем, в каких делах превосходит друг друга. Батл между мужчинами и женщинами. Ну, мы скорее будем доказывать, что мужчины все-таки круче, наверное, да? Нет, на самом деле, вот если честно говорить, да, если честно говорить, я считаю, что вы, мужчины, очень смешные существа. И спасибо. Нельзя соревноваться со смешными, неуклюжими, неправыми, не, скажем так, ну, не совсем организованными людьми. Что соревноваться? Мы будем просто говорить о том, что есть на самом деле, подчеркивать факт. Подчеркивать факт чего? Неуклюжести. Ну, например. Ну, я же не единственный человек, представитель населения помещенного человечества. Давай мы сегодня не будем переходить на личности. Хорошо. Ну, я тебе сразу говорю, на личности мы не переходим. Да, кто же круче, мужчина или женщина? Какие профессии кому там, может быть, будут недоступны? Мы как бы теоретически поменяем местами мужчину и женщину и посмотрим, что из этого получится. Ну, безусловно, немного, подчеркну, мы скажем о том, что мужчина без женщин, как, собственно, и женщины без мужчин, жить не могут. И мы все-таки связаны тем, что у каждого человека должна быть своя половинка. Пусть не совсем симпатичная, не совсем получилась эта половинка. Ничего страшного, она зато ваша, как говорится. Да, дозванивайтесь, делитесь своим мнением по этому поводу. Неважно, мужчина вы или женщина, мы выслушаем все точки зрения, но, конечно, мужские получат больше подарков. Да, давайте посмеемся над мужчинами, какие у них есть привычки, какие у них есть повадки, которых подчеркнуть невозможно, потому что на самом деле каждая женщина о своем мужчине, который, разбрасывает свои вещи, чистит зубы в последний момент, когда уже стоит в обуви и в куртке. Вот таких это ты вообще можно сейчас... рассказать очень много, друзья, поэтому не стесняйтесь, звоните 359931, телефон прямого эфира. Естественно, у нас сегодня будут призы и подарки для наших телезрителей, не только для мужчин, не слушайте его. Естественно, у нас сегодня будут гости в студии, которые кто-то из гостей будет явным примером того, что женщина может покорить мужские профессии. Кто-то будет примером наоборот того, что мужчина может покорить женские профессии. В общем, это все в течение нашего эфира. В общем, ладно, давайте дадим им один денек, где они смогут хоть что-то еще там видишь, подумать. Да, а остальные 364 дня... 10 минут, и ты уже сдался. Ой, и это только начало. Это, так сказать, гамбит. Отдай малое, чтобы выиграть многое. Ну, ладно, вот давай начнем сейчас с профессии, да. Мы решили выйти на улицы города Калининграда, как мы это делаем, собственно, каждую неделю, и спросить у горожан, задавали им такой вопрос. С чем и с какими из женских профессий не справиться мужчина? Большая часть мужчин не справится с глажкой рубашки. Мужчины не справятся
На мой взгляд, это не занятие, это выносить ребенка. Так мужчина может справиться со всем при большом желании. Что умеет женщина, то и сможет и мужчина. Было бы желание. Мужчина не справится в воспитании ребенка без жены своей. Ну, потому что это такая ответственность, можно сказать, а мужчина-то совсем по-другому все воспринимает. Мужчина никогда не справится там вышивать крестиком. Я, например, вот своему мужу погоны пришиваю. Мой муж ни крестиком, ни ноликом никогда вышивать не научится. Какие мы все-таки разные, согласись. Вот есть очень много таких вот привычек, которые... Ну, вот, например, я тебя попрошу, закрой уши. Что? Закрой уши. Ну, быстрее, закрывай уши. Нет, ну вот ты думал, на самом деле, да, видишь, мужчины закрывают ладонями уши, а женщины закрывают уши пальцами. А я сначала вот так, потом вот так. Ну, это уже тебе минус, если ты сначала вот так, как женщина, а потом вот так. Это уже... Нет, потому что чисто физически можно предположить, что все-таки так закрываются ушки лучше, но в телевизионном плане более грациозно показать именно мужчина вот так. Мужчина снимает майку, или, я не помню, или одевает, когда берется за заднюю часть майки, кофты, а женщина за переднюю часть. Потом, если я тебя прошу, покажи руки. Ты мне как покажешь руки? Покажи руки. А они показывают ладони. А, ты это знаешь, да? Ну, это уже нечестно тогда. Ну, не знаю. Зато... Даже здесь вы делаете все по-китайски, потому что, когда просят покажи руки, ну, это однозначно, что что-то дадут тебе в эти руки. Нужно ну, вот конечно, покажи руки, вот. А мужчины вот так показывают руки. Что? Статистика. Это женщины показывают вот так вот руки, чтобы смотри, какой у меня классный маникюр. Да, вот, нет. Нет? Нет, женщины вот так показывают. Да, вот, как раз таки женщины, вот чтобы что-нибудь перепало. Как ты думаешь, какие самые женские профессии вообще? Вот, те, которые исключительно... Слушай, ну, надо так сообразить. Исключительно? Да. Ой, мне кажется, таких очень мало осталось. Я бы вот первое, что мне пришло в голову, это, там, не знаю, парикмахер. Потом я вспомнила, что очень много сейчас мужчин. Ну, сейчас вообще появились... Ну, может быть, мастер... Во, слушай, барберы. Мастер-барберы, это вообще... Это профессия профессии, мне кажется. Да, а подожди, например, мастер маникюра и педикюра. Я никогда не встречала мужчин. Ну, или мужественных мужчин, которые это делают. Водители трамвая, нет, водитель троллейбуса и трамвая, это преимущественно, мне кажется, женская профессия, это удивительно. Я видела мужчин. Да, есть, но все-таки, на удивление, в связи с тем, что женщина не особо ассоциируется вообще с вождением в нашей жизни, почему? Мне кажется, это почему я вижу краем глаза поддержку со стороны, кто-то кивает. Мне кажется, их кто-то кивает в этой студии, когда ты сказал, что водитель в автомобиле, это не женская... Нет, женская, но не в профессиональном плане. Сколько водителей маршруток женщин ты знаешь? Ну, я видела. Видела? Видела. Где? Я не видела никогда водителей дальнобойщиков женщин. Кстати, есть одна. Я когда вот изучал вот этот вопрос, все-таки одна в Германии катается. В Германии. То есть можно смело сказать о том, что все-таки женщины, мужчины, профессии поменялись уже, во многом смешались, да, и женщины с легкостью выполняют мужские профессии. Но есть все-таки перечень, даже законодательно утвержденный перечень профессий, которым все-таки не рекомендуется, нельзя допустить женщин. Это работа в шахте, работа со свинцом, между прочим. Там вообще такой интересный перечень, если тебе интересно. Если мне интересно, да, озвучь. Мне было бы интересно узнать, куда все еще не допустили. Всего там 39 сфер трудовой деятельности и около 456 видов работ. Конечно, это большинство, как я уже сказал, подземные работы, поднятие тяжести вам нельзя доверить. Вредные производства тоже, ну, ни в какую. Паяльщики по свинцу. Вот почему? Никогда, женщина. Ну, потому что вы не сможете спаять ничего. Дистиллировщики ртути из вас никакие. Кочегары паровоза вообще ни одной женщины нет. Столевары мартеновской печи. Более того, нет десантников, женщин, пожарных, водолазов, трубочистов, землекопов, кузнецов и лесорубов. Ты думаешь, нет такого тайного подразделения женщин-десантники? Мне кажется, есть. Ну, если есть, то... Где-то только в мечтах, наверное, мужских, но мы продолжим нашу беседу о профессиях, о мужчинах после следующего сюжета. Кстати, когда человек слушает музыку на высоких частотах, он становится более спокойным, счастливым и расслабленным. Любопытно, чувство голода и недостаток сна являются самыми распространенными причинами плохого настроения. Факт. У людей с высоким интеллектом меньше друзей, чем у среднестатистического человека.
Ну ладно, ты перечислил, так сказать, как ты считаешь, куда женщин нельзя допускать. Ну, не как я ты считаю, считаешь, это закон считает, между прочим. Ну я не знаю такого закона. Скажем так, считает интернет. Нет. Я предлагаю спросить у Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий. Доброе утро. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы считаете, есть ли такие профессии, в которые нельзя допускать женщин? Ой, я наоборот хотел сказать, такую профессию вспомнил, которая чисто женская, и которую мужчин нельзя допускать. Какая? Вспомнил про свою соседку. У меня соседка работает в своем роддоме. Врач-гинеколог, который принимает рост, но я не представляю себя в этой роли мужчину. Mm-hmm. Кстати, между прочим, мужчины есть в такой профессии. Ну, я не представляю, в любом случае, лучше мужчин не допускали такого дела. Это и женщины, роженицы будут как-то себя спокойнее чувствовать. Если там мужчину видеть, я думаю, все будут удивляться. Они будут пытаться в ненужный момент выглядеть красивее, накраситься. Прямо наверное, это будет... искать другого врача, я думаю, ну, это, поэтому, наверное, все-таки это чисто такая женская профессия. Дарить жизнь все-таки, мамы, как они есть... Ну, дарить жизнь, в принципе, свойственно только женщинам. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а ваша вторая половинка... Дмитрий, скажите, пожалуйста, а ваша вторая половинка часто над вами подшучивает, что вот у вас есть какие-то свои такие привычки, не свойственные, может быть, для женщины, но не совсем нормальные? Ну, есть такие привычки. Ну, расскажите, вот над какими вашими привычками смеется ваша вторая половинка? Так тебе сейчас он все расскажет. Ну, она смеется, как бы, но радуется некоторым привычкам. Ну, например. Вот чему она радуется больше всего? Ну, радуется уборкой по дому, мытьем посуды, там, да, всем таким вопросам, которым в основном я делаю, и она не делает, и чисто все отдыхает. А скажите, пожалуйста, вы это делаете, потому что вас заставляют, или потому что вы сами хотите это делать? Я хочу помогать, хочу, чтобы дома был порядок. Спасибо вам. И, ну, как бы, она же тоже кушает, готовит, гладит мне рубашку по утрам, а я, соответственно, благодарю ей своей помощи. Спасибо вам большое за звонок. Я почему спрашивала-то? Почему? Потому что я, на самом деле, вот в своей жизни встречала буквально, вот по пальцам пересчитать, сколько мужчин, которые говорят, что я это делаю для своей жены, потому что она вот моет, например, посуду, это все химия, это все портит ее ручки. А я хочу, чтобы моя супруга, когда ей будет уже, например, лет 40 или 50, чтобы у нее были красивые ручки, чтобы она хорошо выглядела. Поэтому я таким... и покупаю моющее средство с бальзамом. Или посудомоечную машинку. Ну, посудомоечная машина – это вообще не выход. Я бы хотел сказать почему огромное спасибо Дмитрию, потому что он всего лишь, хоть он делает все для супруги, он один из миллионов. Нас таких очень много, и Дмитрий, вам от меня отдельный респект. Но я думаю, что Дмитрий сказать. Еще немножко слукавил, потому что... Нет. Да. Я прочувствовал Ладно, все нотки честности. Ладно, я в течение эфира еще голосе. Очень много приведу таких фактов, после которых ты поймешь, что вы, мужчины, очень смешны в своих домашних повадках. Ну, а сейчас я предлагаю перейти к прогнозу погоды, потому что мы с нетерпением ждем вот этого момента, когда будет минус наконец-то на улице, потому что кто-то уже переобул автомобиль свой, а кто-то нет. Друзья, все внимание на экран. «31 октября в Берлине переменная облачность, вечером возможен дождь, плюс 12. В Варшаве до 7 тепла, малооблачно, но ожидаются осадки в виде дождя. В Вильнюсе день обещает быть хмурым, в первой половине дня небольшие дожди. Воздух прогреется до 2 градусов. В Минске плюс 1, переменная облачность, снег. В Санкт-Петербурге с утра и до самого вечера пасмурно, осадки в виде снега 2 градуса выше 0. В Москве нулевая температура, с утра и до вечера также пасмурно и небольшой снег. В Калининграде 31 октября малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 8 градусов со знаком плюс, ночью до 6 тепла. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление медленно повышается. Неделя в Калининграде предстоит дождливая и пасмурная. От 5 до 7 тепла днем, ночью 2-4 градуса выше 0. Хорошей вам рабочей недели. А еще одно наблюдение. Вы, мужчины, не любите завтракать.
Че это? И не завтракайте в большинстве своем. Ты завтракаешь? Конечно. Основательно? Прям садишься и ешь, или ты пока собираешься? Ну, по одной ложечке. Ну, нет, так. Как? В зависимости от того, подготовился я к этому или нет. Ладно, я подготовилась, на, держи. С тобой себя выуживать приходится. Друзья, мы предлагаем вам завтракать вместе с нашими партнерами и друзьями, Залесским фермером. Сегодня лично мы завтракаем зерненый творог у тебя, да, правильно? Конечно, тоже... конечно. Да, Залесского фермера, который очень вкусный, очень полезный. И продукт подойдет специально тем мужчинам, которые не любят готовить завтрак, а собираются на скорую руку, да? Да. И нужно очень быстро, например, перекусить. Замечательный завтрак будет, правда? Вот такой факт. Это просто не потому, что мужчина на скорую руку, потому что им вторая половинка, она красится с утра, ей надо навести прическу, и пускай этот голодает, там, голодранец на скорую руку. Сам может, кушает. Не маленький же, сам может приготовить. Как не маленький? Себе. Должен поспать подольше, чтобы заработать побольше. Мы говорим о том, можно ли поменять мужчину и женщину местами, вообще возможно ли это, и кто победит. А вот давай вот поговорим по поводу того, что может ли женщина зарабатывать больше, чем мужчина, как ты считаешь? Или нужно, если мужчина, например, вот зарабатывает, да, и ну, выше потолка не прыгнет он, а ты вот можешь прыгнуть, женщина. Вот ну, поговорим об этом чуточку позже, а пока узнаем, как прекрасно готовит завтраки мужчина Евгений Чебан. Пробовал по-другому. Пельмени Вичи – это тончайшее тесто, много сочной начинки, уникальные вкусы. Просто изумительные пельмени можно жарить, варить, готовить в микроволновке. 5 минут и готово. Вичи пельмени. Попробуй по-другому. Вы спросите, почему у меня в руках 2 болгарских перца? А я вам сейчас отвечу, но прежде поздороваюсь. Доброе утро, дорогие друзья! Я рад, что вы проснулись и готовы позавтракать вместе с Будильник Шоу и рубрикой «Счастье есть». И я, Евгений Чубан, приготовлю вам вкусный завтрак. Так вот, болгарский перец у меня в руках, потому что мы его сегодня нафаршируем и не чем-нибудь, а брынзой с помидорами, и добавим туда еще много специй. Нам понадобится болгарский перец, брынза, 2 куриных яйца, помидор и, вы знаете, я бы сюда еще добавил красного болгарского перчика внутрь, мелко его нарубил кубиком. Я предлагаю начинать, смотрите за тем, что будет происходить. Начнем с болгарского перца. Вообще, если перец очень большой, то его можно, аккуратненько можно у него вырезать основание и разрезать его пополам. Конечно же, когда я выбирал болгарский перец, я обратил внимание на то, чтобы он был устойчивый, чтобы можно было его потом положить либо в духовку, либо в микроволновую печь. Вот, так что об этом нужно подумать заранее. Почистили перец, теперь займемся брынзой. Брынзу мы натираем на крупной терке. И брынзы нужно много, поскольку это основной наш ингредиент, чем мы будем фаршировать. Все остальное второстепенно. Вообще лучше брать помидоры сливки, помесистее, чтобы было меньше влаги. Посмотрим, если сейчас будет много жидкости, возможно, ее придется немножечко отжать. Все это добавляем в брынзу. И пока это оставляем. Тем временем уже должна была стоять на плите сковорода. В нее мы нальем немножечко масла, совсем чуть-чуть. И 2 яйца мы обжарим сейчас с 2 сторон и измельчим их. Всем этим фаршируем наши перцы и отправляем их в духовку. Будут у нас томиться фаршированные перчики в духовке где-то минут 15. Время прилетело незаметно, и наши перцы пора доставать из духовки. Вот они, подрумянились, красавчики. Аккуратненько достаем их. Так, выкладываем 2-й. Так, вот какая красота. Добавляем соус, это такая маленькая импровизация. Я смешал сметану, зелень и специи. Все это нужно было успеть сделать минут за 15-20, и мы уложились. Поэтому, конечно, это не 3, не 5 минут, но все-таки 20 минут для такого блюда – это очень мало.
Я надеюсь, что вы будете присылать мне такие же интересные рецепты, которые мы будем вместе с вами готовить. Сейчас на экранах вы видите адрес электронной почты, куда вы можете присылать свои рецепты с оригинальными и вкусными полезными завтраками. И, быть может, именно с вами мы его здесь приготовим. Ну, теперь я смело могу пожелать вам приятного аппетита и сказать, что увидимся мы с вами совсем скоро. Пока! Еще раз вам напомню, что если вы хотите, чтобы ваш рецепт был исполнен нашим ведущим, нашим маэстро, отправляйте свои рецепты на адрес, который вы видите сейчас на экране, и я думаю, что ваш рецепт тоже, так сказать, попадет на экран, и, возможно, кто-то будет за вами повторять. Не, ну вообще, вот профессия шеф-повара, она сейчас преимущественно все-таки мужская. Казалось бы, это женская стезя готовить, но это скорее дома, вот мы как раз переместились на кухню, наверное, тебе здесь комфортнее, вольго, удобнее, чувствуешь себя увереннее. Нет. Ну, это уже твои проблемы. А будешь, да, чувствовать себя здесь увереннее? Будешь, да, должна чувствовать. Мы плавно переходим к розыгрышу, потому что неспроста здесь целая корзина вкуснятины лежит, из которой можно, ох, сколько чего наготовить, даже если вы и не шеф-повар. Корзина с полным ассортиментом продукции от нашего партнера Залесского фермера. И эта корзина, вот мы, по крайней мере, позавтракали, у нас с тобой только одна баночка, да, творог мы ели с тобой, угу. А кому-то достанется целая корзина. А там и йогурт. Молоко. И деревенский творог, и кефир. Йогурт, и молоко, да, все-все-все есть. Ты повторяешься два раза. Я просто усиливаю эффект. Нет, это еще раз вот это мужское, вот это вот повторяться, ну, не то, слышать, что мы вас не особо слышать, слушаем, да, конечно. Не слышать, что говорит рядом стоящий человек. Главное, смотреть, улыбаться и кивать. Говорить одновременно с рядом стоящим человеком. Друзья, я напомню вам правила. Мы сейчас, точнее, Дмитрий озвучит вопрос, на который вам нужно будет выбрать правильный вариант ответа, дозвониться к нам в студию по телефону 35 99 31, озвучить его, и, собственно, за это вы получите этот замечательный подарок. Мы даем вам несколько секунд для того, чтобы вы подготовили свои телефоны, и, собственно, мы начинаем. Хозяйство «Залесский фермер» – это натуральная, вкусная и полезная продукция. Мы выращиваем корма на собственных сельхозугодьях, собираем урожай и кормим коров на наших фермах. Уже с утра молоко «Залесского фермера» попадает к нашему столу. Всегда свежее и натуральное. «Залесский фермер» – только натуральные продукты. Итак, настал черед вопроса. Споры между мужчинами и женщинами не утихнут никогда. Говорят, что мужчины лучше готовят. Например, так это или нет, наверное, стоит судить по конкретному человеку. Но есть кое-что, что мужчины делают дольше, громче и чаще, чем женщины. Итак, вариант А. Они пыхтят дольше, громче и чаще. Вариант Б. Икают. Вариант В. Смеются. Или вариант Г. Ругаются. Уже есть звонок. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Володя. Володя. Итак, Володя, ваш вариант ответа. Пускай будет смеются. Смеются? Это совершенно правильный ответ. Вы можете сейчас прям громко, долго посмеяться в честь своей победы. Оставайтесь на линии, вам расскажут, как забрать эту замечательную корзину. Вот так вот. Мужчина сегодня первый дозвонился, мужчина первый выиграл корзину. Сегодня 2-0 в пользу мужчин. Какую-нибудь вот классную сейчас победную музыку поставить. Ладно, ладно. И это только самое начало. Я потерплю, друзья. Но на самом деле мы, друзья, заботимся о вас не только о том, что вы будете завтракать, но и мы заботимся о вашем культурном просвещении. Поэтому мы переходим к следующей рубрике «Русутурист». На Горького 17 открылся новый салон «Мимоза». Еще больше изящных штор, портьерной ткани и тюля. Новый оригинальный ассортимент «Мимоза» Горького 17. Этот дом по улице Ермака видел каждый, кто хоть раз гулял в районе парка Калинина. Кто живет здесь сегодня, наша съемочная группа не поинтересовалась. Но мы заглянули в адресную книгу 1935 года. В этом тогда еще двухэтажном домике с эркером, обитым деревом, дерево, кстати, немецкое, жила семья магната Луиса Гропхофа. От отца он унаследовал табачный бизнес. И отца своего Луис не подвел. К концу 19 века становится крупнейшим табачным предпринимателем Восточной Пруссии. У него большая фабрика, где работает около 400 человек. По тем временам не так много, только большие промышленные предприятия имели больше работников, да, типа вагоностроительного завода, верфь Шихау и так далее.
Дела у семьи шли более чем успешно. Вот рекламный буклет его компании. Кстати, выставлены недавно на торги. А в 1899 году Луис Гросхоп решает улучшить вид из собственного окна и жертвует городу астрономическую сумму – 240 тысяч марок, чтобы из его окна кирха королевы Луизы была видна. Иногда хочется узнать, сколько же это стоило, да, на наши деньги. Можно оценить просто по объему здания самого, да. То есть мы понимаем, что сейчас этого стоило, наверное, ну, не десятки, а скорее всего сотню, а может и не одну миллионов рублей. Вообще благотворительность и пожертвования для кёнигсбергцев были делом чести. И табачный король Гросхоп не был исключением. Осознавая, что Бог ему дал, да, за его труды достаточно много, да, ему хотелось что-то вернуть, да, и это такой вот способ, немецкий способ благодарности, да. Королева Луиза, любимица и покровительница Пруссии, именно ее имя будет носить кирха. Кстати, тогда здание было красно-кирпичного цвета. За проектирование и строительство бойко взялся Фридрих Хайтман, придворный архитектор, подаривший Кёнигсбергу не один шедевр. 9 сентября 1901 года на открытие кирхи прибывает сам Вильгельм II, кайзер Восточной Пруссии и внук королевы Луизы. Но наш герой, магнат Луис Гросхоп, не дожил до этого триумфа 4 месяца. И так и ни разу не взглянул из окна своего особняка на кирху королевы. Но теперь, благодаря табачному королю Гросхопу, эта кирха есть у нас. Ну, я думаю, что ты знаешь, из истории очень много фактов, известных о том, что женщина переняла у мужчины. Например, в свое время женщины начали носить брюки. Была такая, да, революция. Сейчас очень... Молчи, я говорю. Сейчас женщинам очень модно, женская мода, носить рубашки. Я специально одела рубашки, а-ля мужская рубашка, да. И, например, водить автомобиль, осваивать мужские профессии. Вот что вы, мужчины, переняли у нас женщин? В одежде? Ничего. Ну, кроме юбок у отдельных национальностей. Что еще? У вас брать-то? Прически? Нет. Что еще? Краситься? Нет. Что? Что у вас брать-то, скажи мне? А я продолжу тот список, который вы у нас наглым образом украли. Ну. Ты, конечно... Можно? Подожди. Что? Ну, подожди. Ну, давай. Вы пытаетесь что-то перенимать, но у вас не очень хорошо получается. Например, фотографироваться как женщина. Ваня. У вас никогда не получится так же элегантно, грациозно сфотографироваться. Вот, посмотри даже, что это, элегантно, грациозно? Это элегантно и грациозно. Вот это элегантно и грациозно. По-мужски, красиво, с котом, в ванной, читая книжку. А мы так разве фотографируемся? С маской, ну, чего-то там. Вот с подружками, друзьями сфотографироваться в зеркало. Вот вообще классная фотография. Ты не видишь, там на самом деле ноги. Там ноги. А вот здесь вот видно, как грациозен мужчина в своей волосяной красоте. Ну, а если бы это сделала женщина, это было бы очень красиво. Да, конечно, кто спорит. Это просто была маленькая пародия. Даже в журналах, что в мужских, что в женских, можно увидеть больше женских фотографий, потому что женское лицо и все остальное намного приятнее для зрителя, но, чем мужское, да, какое бы оно ни было. Мужику на себя смотреть еще и в журнале. Зачем ему это надо? А в женских журналах? Ты знаешь вообще, что... Даже в женских журналах женщин все равно больше. Что женщина за всю свою жизнь тратит 2 года, чтобы посмотреться на себя в зеркало, а мужчина всего 6 месяцев. И то, и наверное... То случайно. И то случайно, когда мимо проходил. Да, вот и если вот. Бы не мы, женщины, вы бы шли, ужасно выглядели бы и одевались, как я не знаю кто. Вот по поводу одежды, я все-таки продолжу, ну, потому давай. Что туше, я тебе дал 30 минут, теперь пришла пора тебя громить. Что вы у нас украли? Рубашки, джинсы, каблук, между прочим, тоже это мужское изобретение, потому что он помогал держаться в стремени. Давай проверим, насколько в тебе сильны, так сказать, гены. Уже давно все доказала группа «Казаки». А давай сейчас докажем. Ладно. Ну, да. Лосины. Это была исключительно мужская одежда, которая подчеркивала красоту мужских ног. А в чем проблема сейчас в этой красоте не ходить? А сейчас никто не ездит на лошади и не выпячивает свои лосины. Да, ремень с украшениями мог позволить себе только мужчина. И, конечно же, парики было в средневековье только мужчинами носилось. И браслеты, которые носятся на руках, это тоже исключительно мужское украшение и защита от всего. Ну, а мы продолжим этот диалог, этот спор, этот разгром женской точки зрения после рекламы.
Мы возвращаемся в студию «Будильник шоу». Друзья, мы сегодня спорим, кто все-таки лучше, мужчина или женщина. А точнее, продолжаем смеяться над мужскими привычками и над их странностями. Ну, мы продолжаем немножечко давать это делать женщинам, чтобы хотя бы один день в году они могли почувствовать себя хоть кем. Я вам раскрою секрет. На самом деле, этот бой, так сказать, изначально обречен на мой проигрыш. Потому что здесь мужчин намного больше, чем женщины. Я тут, можно сказать, одна за всех отдуваюсь. Поэтому, друзья, я призываю вас звонить там в студию 359931, телефон прямого эфира. Тем более, у нас есть призы и подарки для наших телезрителей. Зарезского фермера мы уже разыграли, но у нас же еще есть подарки. У нас есть пригласительный билет на проект «Ночь искусств» от Музея Мирового океана. Он позволяет посетить научно-исследовательское судно «Витязь», а также главный корпус и выставочный корпус «ПАК-ГАУС» 3 ноября с 19.00. Так что, друзья, дозванивайтесь. Если вы 3 ноября не можете по каким-то причинам, тогда есть приглашение в Калининградскую областную филармонию. Приглашает вас на концерт «Кумиры прошлых лет» Александр Вертинский. Авторская программа солиста-вокалиста Калининградской филармонии Александра Дудницкого «Баритон». 3 ноября опять такие начало в 19.00. Ну и, так сказать, хотя под бы... Под тему нашу пускай, сегодняшнюю. Пускай, да, одна девушка дозвонится, вы получите пригласительный билет на мастер-класс от Ларисы Ренар, который называется «Круг женской силы. Перезагрузка». Вот. Слоган таков. Пришло время найти себя, проявить себя, заявить о себе. Пришло время женщины. Время женщины придет... есть дата. Да, 16 ноября в 19.00 придет время женщины. Совсем скоро. Где-то на полтора часа, наверное, 2 часа, не больше. Потом вернется время мужчин. Кстати, чем мы вас лучше? Ведь я могу перечислить огромное количество наших бонусов. Мы лучше переносим боль, как минимум, процентов на 40. Потому даже, что даже ничего здесь говорить не буду, потому что все женщины сейчас посмеялись над тобой. Ой, не надо. Вы не знаете, что такое боль. Да ладно. Ну, вот сколько у тебя на квадратном сантиметре кожи нервных окончаний? 34, а у меня 17, понимаешь? Поэтому какая боль, что это такое, я об этом не слышал. Мужчины, это вот сейчас вообще будет нокаут, быстрее худеют, понимаешь? Быстрее, потому что намного больше мышечной... А кто-то из женщин даже не полнеет, поэтому ты можешь худеть сколько угодно. Но я даже полнеть не буду. Пока ты будешь худеть, я не наберу ни грамма. От следующей новости ты немножечко располнеешь. Мужчины дольше остаются молодыми, представляешь? А все потому, что гормоны у женщин там потом не очень хорошо вырабатываются, которые отвечают за упругость кожи. Движемся дальше. Мужчина лучше переносит стресс. Они вообще не знают, что это такое. У мужчин мозг тяжелее больше на 10-11%. Однако, исследования доказали, что это ни о чем не говорит. И говорят всего 2000 слов в день, а женщины 7000. Ума-то там нету. Нету ума, даже если он тяжелее весит. Друзья, давайте сейчас перейдем к опросу. А в опросе наши калининградцы рассказали нам, с какими профессиями или увлечениями, хобби женщины справятся с легкостью. Вообще, я знаю, что женщины на заводах, много женщин работают. Раньше были, во время войны, много женщин были токарями. Я считаю, что многие женщины могут спокойно встать за станок. Ну, женщина и дом сможет построить, и огород скопает, и дерево посадит. Сможет все. Женщина справится со спортом. Ну, например, пловчиха. Пловчиха справится со спортом. Ну, наверное, с дрелью в легкую справится. Да, я имела опыт с дрелью, это очень легко. Ладно, предположим, что мозг у мужчин тяжелее, хоть там как бы и нет ума, да? Но девочки, во-первых, начинают раньше разговаривать в детстве, раньше ходить. Мы вообще развиваемся раньше, чем мальчики. У девочек более тонкий слух музыкальный, у девочек более тонкое обоняние. Ну и обаяние тоже, о чем я говорю. Ну, обаяние вообще, это, да. Если сравнивать нас с вами, абсолютно разные люди, и вы абсолютно чопорные, как... Как, ладно, не буду слово дальше говорить. Ну, кстати, чопорные, не чопорные, а знаешь... У вас фантазии меньше. Фантазии меньше. Мне кажется, творчество – это исключительно стезя все-таки. Здравствуйте. Женская, ты хотел сказать. Нет. Ну да, женская, мужская, да. Мужская. Все известные творческие люди, художники, это кто? Композиторы. Это кто? Сергей Лазарев? Художники Сергей Лазарев, ты, наверное, ну, тут все вот, понятно. 10-11%, казалось бы, немного. Творческие люди, очень прекрати, много. Да. Я говорю, творческие люди, художники. Сергей Лазарев. Да, Сергей Лазарев чем не достояние? Какое он место взял? У нас... А женщины? А кто из женщин-россиянок выиграл Евровидение? Да никто.
Единственное, почему Кончита Вюрст выиграла Евровидение, потому что она пыталась быть похожей на самую сильную половину человечества. Это вот просто именно, залог вот именно, успеха вот был. Именно, что попытался выглядеть как женщина и победил. Как женщина. Ну, а мы переходим к поздравлениям с днем рождения, потому что 31 октября, последний день месяца, кому, кто сегодня родился, тому повезло, потому что классный день, друзья. С кого мы поздравляем сегодня с днем рождения? Вот ты знаешь, кто такая Раиса Рязанова? Конечно. У нее огромное количество ролей, но они в основном такие эпизодические, но самое звездное, наверное, в фильме «Москва слезам не верит». «Москва слезам не верит». Плюс еще фильмы такие современные, например, «Срочно выйду замуж». Ну, опять же, эпизодические, ни в коем случае не от себя, это да? Это фильм был сейчас, не объявление. Роб Шнайдер празднует свой день рождения. Наверное, известен нам по множеству американских комедий, таким как «Мужчина по вызову», «Золотая малина». Он получил премию за вторую часть этого фильма. И вот такая девушка с интересным именем и фамилией Пайпер Перабо, которая снялась в фильме «Бар, гадкий койот». Между прочим, она веган. Но я бы хотел, пользуясь служебным положением, поздравить своего папу с юбилеем. Ему сегодня 60 лет. Более того, он кавалер ордена мужества, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и в Афганистане был. Так что папа, с днем рождения. Я ради этого и, собственно говоря, и устроился работать на телевидении. Да? Но... Ты дождался. Все, значит, в следующий эфир я тебя уже не увижу. Слава богу, наконец-то. Друзья, мы поздравляем всех тех, у кого сегодня день рождения. Не расстраивайтесь, что это понедельник. На самом деле у вас есть, точнее, был хороший повод отметить в субботу и в воскресенье, да и в пятницу. Совместив даже и с еще, Хэллоуином. Да, и еще с таким, собственно, днем ярким совпало. Но я думаю, что мы будем двигаться дальше. А двигаться мы будем вместе с астропрогнозом. Медицинский центр «Сигмамед». Диагностика и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Гастроскопия и колоноскопия под анестезией. «Сигмамед». Звоните 310-078. Овну необходимо сохранять спокойствие, чтобы воспринимать все события с улыбкой на устах. Финансовая ситуация наладится только к вечеру. Тельцу нужно заняться поиском подходящей и престижной работы. Гороскоп предсказывает судьбоносную встречу во время деловой поездки. Близнецы, мелкая ссора с родственником произойдет из-за финансов, но вам лучше не перечить пожилому человеку. Помните, сколько хорошего он для вас сделал. Рак. Для подписания документов неподходящий день. Гороскоп предсказывает небольшую прибыль и открытие своего дела. Лев может удачно продать квартиру и положить деньги в банк. Следует обратить внимание на здоровье. Возможно воспаление дыхательных путей. Дева. Начальство отметит вашу отличную работу и премирует приличной суммой. Весы. Отношения с близкими родственниками напряженные из-за недавней стычки по поводу наследства. Вечер принесет массу ярких впечатлений в любви. Гороскоп обещает Скорпиону ясный и приятный во многих смыслах день. У вас появятся новые и надежные партнеры в бизнесе. Ситуация с получением денег решится в назначенный срок. Стрелец в этот день нацелится любыми путями сделать карьеру и приумножить капитал. В некоторых случаях вы даже пойдете по головам, что очень некрасиво с вашей стороны. Гороскоп не советует Козерогу пренебрегать советами человека, который отлично разбирается в коммерции. Вечернее время посвятите отдыху, чтению и просмотру любимой передачи. К Водолею придет разумное решение по поводу новой работы. Если вы думаете, что вами пользуются в корыстных целях, то постарайтесь вывести человека на чистую воду. Гороскоп советует рыбам искать надежный тыл, чтобы не чувствовать себя хуже остальных. Старайтесь изолировать себя от тех дел, которые не приносят морального удовлетворения. Дима сейчас в очередной раз подтвердил наше превосходство, потому что даже умудрился испачкаться в абсолютно чистой студии. Друзья, давайте сейчас посмотрим на наш экран, в котором, собственно, показано, как по-разному мужчины и женщины делают, казалось бы, совсем одинаковые вещи. Ну, например, смотри, вот у женщин одежда эта, и жакет, и кардиган, и джемпер, и свитер, а у вас только один свитер. Нет, это состав стиральной машины у женщин и у мужчин. Свитер, все просто, постирал нормально. И жакет, и кардиган, и блейзер, и джемпер, и свитер. А более того, это проблема в шкафу, потому что у мужчины только свитер, а у женщины и жакет, и кардиган, и блейзер. Причем вы стирать-то даже толком не умеете эти вещи, потому что у вас все стирается в одном режиме и одним стиральным порошком. Хлопок 60 градусов нормальный. Ты хотя бы знаешь, что нужно некоторые вещи стирать не сухим порошком, а жидким? Не всегда так. Вот давай дальше.
что думает, глядя в зеркало, мужчина и женщина. Посмотри, все, я прекрасен, больше нет никаких аргументов. А женщины к себе достаточно самокритично относятся. Они оценивают себя, где хороша, где не очень, что надо исправить. А у вас всегда хорош. И утром, и вечером, и, так сказать, в пятницу, и в пятницу ночью. Надо верить в себя, и в тебя поверят остальные. Поэтому женщины иногда порой комплексуют. Что еще тебе развеять? Какой миф? Сейчас, давай, следующий развеешь. Вот, например, вот эту картинку ты видишь полностью или частично? Я вижу, что женщина, которая подбирала эту картинку, не очень знакома с форматированием. Нет, я вижу эту картинку полностью. А ты, мужчина, у вас зрение ограничено, вы эту картинку полностью увидеть не можете. На самом деле, женщины, когда выбирают шампунь, они выбирают его по типу кожи, по типу волос. А у вас главное, чтобы было с ментолом, потому что прикольно его намазывать на все другие части тела. Дальше, следующий слайд. Чего себе. Вот это, конечно, аргумент. Так, на самом деле об этом ходят легенды. Вот опять же, видишь, ты картинку видишь частью, а я полностью. О том, как болеют мужчины, ходят легенды. У вас температура 37,2, вы уже закрываете окна, у вас уже градусник рядом с собой, вы вызываете скорую, вы плачете, потому что это очень высокая температура. А женщина с температурой 39 идет на работу и пашет. Где тебе это все приснилось? Я не знаю. Мне приснилось, это жизнь такая. Где ты видела таких мужчин, которые так болеют? Ну, это, конечно, да, это шикарно. Это больная тема. Почему расстроен мужчина? Потому что ему поцарапали машину, потому что он голодный, потому что наши проиграли. Ну, это уже, так сказать, к некоторым относится. А женщин очень расстроить просто, по-любому, абсолютно поводу. Не, на самом деле здесь, ой, все эквивалент, что она голодная. Почему? Женщина всегда голодная, всегда расстроена. Ну, хочется же кушать даже после шести. И вот касаемо аргумента, что я испачкался в абсолютно чистой студии женской тушью. Да ладно, не отмазывайся. Не отмазывайся. Да. Ну, что касаемо женщин и мужчин, всем полезно заниматься спортом. Так. Подожди. Что... А, еще есть? Да. Давай, давай, что еще? Когда вы приходите к мастеру, к парикмахеру, вы говорите, что вас просто нужно подровнять и все. Ну, покороче, там, чтобы, опять же, голову реже мыть, для того, чтобы реже покупать шампунь с ментолом. Или использовать его вообще не по назначению. А мы, женщины, заботимся о том, как мы будем выглядеть. Заботимся, чтобы мы вам, мужчинам, понравились. Ну, и женщинам тоже некоторым, чтобы это... Нет варианта сделать мне такую ручку на голове из волос, чтобы можно было держать. Так, причина женщин позвонить лучшей подруге. Соскучился, дай мне рецепт. Мы очень разговорчивые, мы очень коммуникабельные. Мы можем найти общий язык с абсолютно любым человеком. Мы дипломаты. А у вас вот три повода. День для рождения, того, чтобы позвонить. Новый год, и приходи ко мне, у меня есть чем поживиться. Ну, а почему бы и нет? Еще есть вариант, я купил себе приставку, или мне скучно. Это все последнему варианту, к третьему. Так что... Да, в общем, очередное фиаско, вообще сокрушительное. Даже на диаграммах мужчины вообще легко во всем переигрывают женщин. Но все-таки давайте позанимаемся немного спортом, и здесь неважно, мужчина или вы женщина, держать себя надо в форме всем. Нежная и яркая, элегантная и эффектная, обворожительная и сексуальная в платье от магазина «Юнона». «Юнона», ты всегда разная. Театральная 40 и Житомирская 16. Всем доброе утро. Сегодня выполняем упражнение на мышцы живота. Первое упражнение. Встаем на локти. Руки на ширине плеч. Исходное положение – прямая спина, ягодицы подтянуты, пресс напряжение. Поднимаем таз вверх, угол, и опускаем в исходное положение, но так, чтобы поясница была прямая и не было прогиба. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Достаточно. Уходим на коленочки. Хорошо. Всем хорошего дня. Всего доброго. До свидания.
Ты что здесь сделал? Как можно было так вот во всю сторону накрашивать глаза, я не знаю. Вот это, мне кажется, преступление. А что касается преступности, здесь мы вас опять уделали. Около 75% преступлений совершают мужчины. Это здесь не то, вообще... чем надо гордиться. А женщины целых 15%. А знаешь, в каких стезях женщины особо отличаются? Хищение, растраты и злоупотребление служебным положением – это 20%. Корысть – это, ну, в общем, а почему из ты цели говоришь, корысти 50% женщин совершают преступления. Ты о мужчинах лучше расскажи. А 40% женщин совершают преступление в предварительном сговоре. Вот так вот позвонили подружке. Вообще большинство преступлений совершаем по предварительному сговору. Это априори. Конечно. А как оно иначе? Ну, а мы продолжим. Давайте посмотрим сюжет, уже связанный с кино, потому что... Опять же, какие женские роли исполняет мужчина? Чарли Чаплин стал первым мужчиной, который решился стать женщиной на большом экране. Это было в самом начале его звездной карьеры. Картина не имела кассового успеха, но все же дала молодому актеру путевку в жизнь. А вот женские роли и для актеров Дастина Хоффмана, Робина Уильямса и Джона Траволты оказались успешными. Каждый из них был номинирован на «Оскар», а также получил «Золотой глобус» за то, что предстал на экране в женском платье. Но если Дастин и Уильямс согласились играть женские роли добровольно, то Траволту пришлось уговаривать 17 месяцев. Героиня Джона была пышечкой, а актер, как оказалось, не очень жаловал полных женщин. Дастин Хоффман во время съемок «Тутси» не страдал совсем. Гардероб моей героини был подобран весьма удачно, признался впоследствии актер. Робин Уильямс был в восторге от своей героини. Ему очень понравилась силиконовая маска, превращавшая его в миссис Даутфайр. Кстати, после этой роли Робин развелся с женой, чтобы жениться на няне собственных детей. Говорим о советских перевоплощениях, сразу вспоминаем гениального Георгия Миллера. Его Бабуйгу до сих пор не может переплюнуть ни одна актриса. Из-за серьезного грима он практически ничего не ел на съемочной площадке. Иногда только пил воду через специальную трубочку, чтобы, не дай бог, не испортить грим. Олег Табаков не раз признавался, чтобы правильно сыграть женщину, важен не грим, а настрой. Лучшее доказательство этим словам – роль буфетчицы. Сатирической фантазии всегда в продаже. Этого же принципа актер придерживался, когда играл очень строгую мисс Эндрю в фильме «Мэри Поппинс. До свидания». Чуть-чуть косметики, правильный гардероб и соответствующее настроение. Конечно же, есть немало и выдающихся актрис, которые сыграли мужчин. Секреты их перевоплощений мы обязательно вам расскажем, но уже в следующий раз. Я не буду говорить про твои носки. Вы видели, какие носки он надел на эфир? Это же ужас. Какие? С мандаринами. Это просто женская зависть. Вот у тебя вообще никаких нет, вот и твои, вот и бесишься, вот что я тебе могу сказать. Ну, кстати, мы плавно перешли к вопросу моды. Кстати, да. Мода – это вообще женское или мужское? Женская. Женская. А вот мы сейчас это и проверим. У нас в гостях, между прочим, модельер Павел Шо энд Шо. Правильно ли я вас представил? Здравствутье. Да, совершенно. Доброе утро. Нет, с России, с Калининграда. А почему ну, такой? Вот, так сказать, сценический псевдоним. Ну, он что-то означает? Да, совершенно не несет никакой, на самом деле, смысловой нагрузки, а просто определяет мои какие-то инициалы. Ясно. Ну, почему он запоминающийся такой? Ты будешь не то, что Покровская. А ты point по. Все, мы возвращаемся к гостю. Скажите, как началась ваша творческая деятельность в плане вот модели? Началось совершенно просто. У меня была тяга к рисованию еще с далекого детства. Вот, и как-то плавно перешел с боди-арта. В какое-то время я увлекался боди-артом. Я совершенно не умел рисовать, и просто это было мое, так сказать, просто развлекался. И плавно перешел на одежду, просто увидел пару интересных показов, там, Роберта Ковали, Филипп Лейна, которые меня вдохновляют. И по сей день вот эти ребята делают сумасшедшие вещи, на самом деле, и очень меня вдохновляют. И я решил попробовать сделать что-то подобное. И абсолютно не умея шить, я вышел на подиум и просто начал развлекать людей. Угу. Ну, мы же сейчас образом. Можем, да, посмотреть, у нас есть кадры с ваших показов, посмотреть, что из себя представляет. Вы вообще для женщин больше, да? Как и мужское, так и женское. Как и мужское, так и женское. Ну вот, делая одежду для женщин, например, вот кому, по-вашему, лучше известно, что нужно женщине, мужчине или женщине?
На самом деле сейчас все переходит как-то в одну стезю, что и женщина начинает носить под платье кроссовки, и это совершенно, ну, для меня, конечно, удивительно, что даже на свадьбе, под свадебное платье девушки одевают кроссовки New Balance и совершенно спокойно ходят. Ну, мне нравится, где-то я слышала такое ощущение, будто у вас последний урок был физра, и вы решили не переодеваться. Я еще поддел спортивные штаны под эти, чтобы, да, не переодеваться. Ну, тут просто свадьба, там понятно, очень с утра на каблуках, и хочется под конец просто попрыгать в кроссовках. Но да, вот есть стремление, что переходит все-таки, вот у нас наглядный пример, джинсы, мужская рубашка. Как-то. Все совершенно переходит, да, в одну стезю, как я и сказал. Поэтому, чтобы через 5 лет, это интересно заглянуть туда. Мне кажется, женщины будут уже полностью в облике мужчины. Ну, я надеюсь, что все-таки так не произойдет, но вы как творец. Хотелось бы, конечно, да. Хочется одевать девушек в более женственную одежду, в более облегающую, чтобы они подчеркивали всю свою фигуру, всю свою тонкую натуру и просто любоваться всей красотой. Я полностью с вами согласен. Ну, то, что я вижу сейчас на экране, мне очень нравится. Давайте посмотрим вживую, что вы с собой принесли сегодня в студию, и вот все, что с вами рядышком лежит. Я принес в студию с собой интересные экспонаты. Вот что стало модно уже в Нью-Йорке, в Америке, что сейчас носят звезды шоу-бизнеса, кино, хип-хоп индустрии. Я покажу и сама посмотрю. Звезда шоу-бизнеса, наша Марина Покровская. Это получается женский вариант и мужской? Женский, да, совершенно верно. Женский и мужской вариант. Это, я думаю, ну, в Америке уже давно это используют, такие вещи. Вот. Это получается как стена граффити такая, да? Ну, это ручная работа? Это, конечно, ручная. Да, я просто вижу. Классно. Вообще круто. Да, что за материал, как получаются такие рисунки? Это просто кожа, на самом деле, ничего тут такого нету. Вот. А рисунок, вот это куртка, она с неоном. То есть, когда девушка заходит в такой куртки клуб, она становится в центре внимания. Ого! А какой размер? Это S, наверное. Резонный вопрос. Марина просто стесняется спросить, сколько стоит и можно ли ей заполучить такую рубашку, конечно. Да, стоит совершенно, наверное, недорого для калининградского рынка. Так, Коля, вставочку. Коля. Пока девушка примеряет, собственно говоря, у меня вопрос к вам. Как к творцу, все-таки творчество кому больше подвластно, мужчинам или женщинам? Это все зависит от человека, как и женщине, так и мужчине. Но вот абсолютно мы, даже если вот возьмем известных модельеров, в основном это мужчины, тем более в России. Нет, почему? Сейчас так очень много даже звезды, какие-то телеведущие становятся, выпускают свои линейки одежды. Вот, потому что дизайнер – это не мастер в ателье, а человек, который показывает свой взгляд на одежду, вот, а не наоборот. А расскажите, пожалуйста, есть ли площадки, где дизайнеры могут показать свои возможности? Ну, начинающие дизайнеры, естественно, мы не говорим там, о Versace. Да, любой, наверное, можно сделать в любом развлекательном заведении. Ну, вы вот где участвовали? И в ночных клубах, и на каких-то фэшн-мероприятиях, и в ночных клубах, вообще абсолютно везде. Ну, а есть какие-то, не знаю, фестивали, есть же такие вот мероприятия? Есть и фестивали, здесь, да, куда просто можно отправить свое портфолио с заявкой, и можно прийти просто и показать свой какой-то наряд, там, коллекцию. Скажите, куда вы бы не пустили, в какую сферу женщину, в какую бы не пустили мужчин? Мужчин не пустил бы в женскую сферу деятельности. Ну, примеры, вот каким, нам интересно ваше мнение? Ну, мужчин бы я точно не пустил бы, ну, на делать что-то там связанная с кухней, связанная с... В кулинарию. Кулинарию, то есть, да. То есть это женское. А вот наоборот, куда женщин, куда им путь заказан? Им путь заказан, наверное, дома. Дома делать что-то, какие-то... Дома? Дома? Сохранить семейный очаг, уют. Павел, я вот полностью и целиком вас поддерживаю, что надо... Ты не забывай, что Павел-то уйдет сейчас, а ты останешься со мной до конца эфира. Ну, не забывай об этом, поэтому думай, что ты говоришь. Я всегда думаю о том, что я говорю. Скажите, может, есть у вас какие-то магазины, куда можно прийти посмотреть? А на самом деле магазинов пока что нету. Я сейчас готовлю портфолио, серьезное портфолио, чтобы выйти на международный рынок и работать уже непосредственно в той чуть повыше, где есть хай-фэшн, высокая мода. Вот, и поэтому сейчас очень сильно готовлюсь туда. Скажите, а чем вдохновляетесь на создание вот своих творений? Вдохновляюсь людьми, артистами, девушками. Вообще. Но есть какие-то вот любимые направления? Вы же не только куртки делаете. Это одно из частей моих хобби, на самым деле. Я много чем занимаюсь еще другими. Вы режиссер, еще художник граффити. Художник,
Мне нравится музыка. Вот. То есть источников вдохновения очень много, на самом деле. Это очень круто, потому что я не знаю, я чувствую себя здесь так. Есть какие-то вот самые любимые направления? Ну, может быть, вы вечерние платья делаете совершенно потрясающие? Мне больше нравится уличная одежда. Уличная, потому что сейчас все приходят на улицу и все носят уличную одежду. А ткани? Вот если ткани, какие самые? Ткани абсолютно разные. Угу. Кстати, а есть ли критика? Есть ли критики, которые говорят, это платье не очень? Я очень критичный человек. К любой одежде я могу критиковать ее бесконечно. Ну, по большей части я критикую сам себя. Хорошо. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был модельер Павел Шоу-эн-Шо. Интересное имя. Я желаю вам всех всяческих творческих успехов, чтобы мы услышали о вас потом уже в мировой моды. И продолжаем после короткой рекламы.
противостояние мужчин и женщин в нашем следующем видеопредставлении. Месье, вам куда? Испугались, да? Да нет, я растерялся. Женщина-водитель не устраивает? Нет, нет, что вы, извините. А вы что, действительно меня повезете? Скажете, куда я повезу? Есть одна идея! Костюм надену показать, вам маскарадный. Имею честь, поручик Жевский. Вы с корнет? Мундир у вас, конечно, павлоградский. Нет. То есть, да. Вот это так сюрприз. Примите же корнет, салют мой братский. Гусар гусару друг, не правда ли всегда? Здравствуйте, товарищи офицеры. Товарищ майор! Скажите, пожалуйста, вас случайно не Татьяна зовут? Нет, а что? Да понимаете, обстановку вас располагающие письма Онегину писать. Вы знаете, некогда. Летаю много. И выходят все первое звено девушки? Все девушки. Так, и пилоты из штурмана, значит. И пилоты, и штурманы. Ну, а второе и третье звено? Есть мужчины. Есть мужчины? Угу. Ай-яй-яй. Ну, правда, их всего трое. Нет, все равно. Ай-яй-яй-яй-яй. Все равно. Ай-яй-яй. Да, вот с помощью нашего предыдущего гостя мы легко удостоверились в том, что мужчины могут все. Даже в моде разбираются лучше, чем женщины. А ты знаешь, что по статистике мужчины чаще боятся высоты, чем женщины? Не знаю, мне кажется, это совершенно неправда. Да, это совершенно правда. Даже наглядный пример наши сегодняшние гости. Давайте, друзья, поприветствуем Любовь Любимову. И, между прочим, кем бы вы думали, она работает? Проходите, присаживайтесь. Здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, кем вы проработали очень долгое время? Машинист башенного крана. То бишь для... Это там высоко. Да, на стройке. Вот. Для нас, обывателей, получается, вы крановщица, да. Наверное, так это звучит. Да, а сколько лет, наверное? Месяц, два? 8 лет, но не считая декретного отпуска, да. 8 лет? Слабо тебе? Да мне слабо туда залезть, наверное. А 8 лет там просидеть еще сложнее. А расскажите, а как к такой профессии пришли? Ну, так получилось, по знакомству меня устроили. И вот, ну, я как бы не хотела, не мечтала работать, конечно же, на кране, а просто вот так получилось. Это сложная работа? Ну, я думаю, да. Все-таки, ну, для девушки, для мужчины все равно без разницы. А каких навыках больше требуется? Ну, но это же не физическая нагрузка. Не физическая, это очень внимание нужно, потому что все-таки ответственность за чужие жизни, люди там везде ходят. Вот. Ну, специфика определенная, конечно же, но это в каждой профессии. Вот. Скажите, зимой сложнее там, наверху? Зимой сложнее, холодно, конечно, там печки обогреватели, но все равно холодно. Одежды много теплой, чтобы можно было, пока лезешь, там не замерзнуть. Мне всегда было интересно, а лифта-то нет, и там действительно как по лестнице, на самый верх нужно карабкаться. Да, в шпильках, наверное, очень неудобно. По стройке в шпильках, в принципе, неудобно идти. А в основном ведь, ну, большая часть коллектива – это мужчины? Ну, почти всегда, да. Тяжело работать с мужчинами? Ну, есть разные мужчины тоже. Есть очень воспитанные мужчины, которые, вы что там, если девушка на кране, даже материться нельзя, они прям такие все. О, строители, которые ее не матерят. Да, да, вот бывает это... такое. А бывает без разницы. Там могут и такими обложить, что... Ну, а вы как считаете, вот когда женщина находится в мужской профессии, в коллективе мужском, нужно вот это разделение, оно должно быть или все равны? Все общаются одинаково между собой. Нет, ну чуть-чуть, я думаю, что должно быть все-таки. А в целом нет, я такой же работник, как и все, и в любой сфере, в принципе. Кстати, но... как проходит ваш рабочий день такой непростой профессии? Ну, пришла, заполнила журнал там, с прорабом поговорила, и все, пошла на кран. И, в принципе, кто-то сидит целый день, я не любила сидеть. Я спускалась лучше лишний раз вниз прогуляться, потому что сидеть целый день очень тяжело все-таки. А если вот нет работы, чем можно себя развлечь, сидя в башне башенного крана? Да все, что угодно. Поиграть в телефон, там, я не знаю, книжку почитать. Есть ли у вас селфи на работе? Нет, я делала фотографии фона, потому что высоко очень красиво. И когда выпадал первый снег, прям все такое белое-белое, идеальное, вообще очень красиво было. Подожди, я все хочу спросить. Скажите, а работая в мужском коллективе, вы замечали за мужчинами какие-то очень смешные повадки, которые для нас, женщин, казалось бы, ну, не совсем нормальные, мы бы сделали по-другому? Да я не знаю, как-то просто каменщики, я девушку-каменщика не представляю, поэтому понять, как там девушка бы себя вела, я не знаю, нет, наверное. Это чисто мужское. На кран залезли, чтобы возвыситься над мужчинами?
Да нет, вообще. Нет, нет. Ну, так вот получилось, не знаю. Просто это моя часть жизни, очень такая для меня интересная. Получила опыт очень хороший. Вот. Но вы вот сделали вывод, как вы считаете, женщина может освоить мужскую профессию? Ну, в принципе, да. Ну, это тоже у каждого человека свои какие-то таланты есть. Кто-то гуманитарий, кто-то там больше... Но у вас вот получилось, именно... как вы считаете? Я вы считаю, что очень получилось. Да, я думаю, что да. А в этой работе, подожди, а в этой работе есть время для того, чтобы, ну, не знаю, как-то творчески подходить к выполнению своих обязанностей, выставлять какие-то интересные... красивый домик. Не, ну так, конечно, нет, но интересно было без помощи стропольщика, допустим, попасть, положить там баночку туда, куда надо, вот прям вот, чтобы идеально-идеально. Это уже потом, со временем уже скучно было иногда. И вот мы так баловались, или крюками в каску попасть, там ведро какое-нибудь, вот так вот, да, делать. Классно. Да. Скажите, у вас были какие-то предпосылки в детстве к такой профессии? Может быть, вы с детства что-то перекладывали дома? Там, не, я не перекладывала. Я вот именно всякие болтики крутила. Конструктор металлический у меня был в детстве. Мне очень нравилось играть. То есть вот такие всякие вещи. Не в куклы играть, а больше, наверное, машинки там какое-то такое. Скажите, вы сейчас по-прежнему работаете на нет, этой профессии? Или уже нет. Откуда, куда ушли? Мясо-колбасная продукция занимаюсь, да. Ого! А не хотелось бы вернуться? Нет ностальгии? Я думала, ты сейчас скажешь, а не хотелось бы вас угостить нас чем-нибудь? Да, это вот ты хотела сказать. Все нормально. Вот хотелось бы вернуться? Хотелось бы на один денек просто вспомнить, как это, ощутить вот это все заново. А в жизни где-то пригодятся вот навыки, которые получили там? Ну, мне, допустим, пригождается вождение автомобиля. Потому что... Я чувствую габариты, там, допустим, понимаю, как а надо что делать. А вы как считаете, мужчина или женщина лучше водит автомобиль? Ну, тоже так нельзя определенно сказать. Да говорите честно. Ну, честно, все-таки, наверное, мужчина, конечно. Лучше? Да. А были ли у вас среди коллег, может быть, где-то замечали все-таки какую-то женщину, которая тоже работала на стройке, на какой-то несвойственной профессии? Да, конечно, у меня и подруги есть, мы там познакомились, и две точно есть. Вот, а чем они занимались? Ну, они тоже на кране, а сейчас... Обе уже не работают на кране. С рождением детей очень тяжело, тяжелый график, поэтому приходится вот уходить, наверное, все-таки. Спасибо вам большое, очень интересно. И, ну ладно, в очередной раз, конечно, мы сказали, что мужчины в чем-то лучше, но ничего страшного, еще есть время и возможность. Да, спасибо большое, у нас в гостях была, ну, уже в прошлом крановщик, но в нынешнем прекрасная, замечательная девушка, Любовь Любимова. Спасибо вам большое, мы желаем вам, ну, освоить все, что вам хотелось, и вообще, да. Спасибо. Мы продолжаем с рубрикой «Русство туриста», узнаем, где можно прогуляться по Ленинградской области, невзирая на все башни башенного крана. На Горького 17 открылся новый салон «Мимоза». Еще больше изящных штор, портьерной ткани и тюля. Новый оригинальный ассортимент «Мимоза», Горького 17. Этот дом по улице Ермака видел каждый, кто хоть раз гулял в районе парка Калинина. Кто живет здесь сегодня, наша съемочная группа не поинтересовалась. Но мы заглянули в адресную книгу 1935 года. В этом тогда еще двухэтажном домике с эркером, обитым деревом, дерево, кстати, немецкое, жила семья магната Луиса Гропхофа. От отца он унаследовал табачный бизнес. И отца своего Луис не подвел. К концу 19 века становится крупнейшим табачным предпринимателем Восточной Пруссии. У него большая фабрика, где работает около 400 человек. По тем временам, ну, не так много, только большие промышленные предприятия имели больше работников, да, типа вагоностроительного завода, верфь Шихау и так далее. Дела у семьи шли более чем успешно. Вот рекламный буклет его компании. Кстати, выставлены недавно на торги. А в 1899 году Луис Гросхоп решает улучшить вид из собственного окна и жертвует городу астрономическую сумму – 240 тысяч марок, чтобы из его окна кирха королевы Луизы была видна. Иногда хочется узнать, сколько же это стоило, да, на наши деньги. Можно оценить просто по объему здания самого, да, то есть мы понимаем, что сейчас этого стоило, наверное, ну, не десятки, а скорее всего сотню, а может и не одну миллионов рублей. Вообще благотворительность и пожертвования для кёнигсбергцев были делом чести, и табачный король Гросхоп не был исключением. Осознавая, что Бог ему дал, да, за его труды достаточно много, да, ему хотелось что-то вернуть, да, и это такой вот способ, немецкий способ благодарности, да.
Королева Луиза, любимица и покровительница Пруссии, именно ее имя будет носить кирха. Кстати, тогда здание было красно-кирпичного цвета. За проектирование и строительство Бойко взялся Фридрих Хайтман, придворный архитектор, подаривший Кёнигсбергу не один шедевр. 9 сентября 1901 года на открытие кирхи прибывает сам Вильгельм II, кайзер Восточной Пруссии и внук королевы Луизы. Но наш герой, магнат Луис Гроссхоп, не дожил до этого триумфа 4 месяца. И так и ни разу не взглянул из окна своего особняка на кирху королевы. Но теперь, благодаря табачному королю Гроссхопфу, эта кирха есть у нас. Насколько мужчины круче, чем женщины? Сегодня такая тема у нас. А еще, как вы, мужчины, меняетесь буквально таки на глазах, благодаря нам, женщинам, особенно после свадьбы? Да? Как мы вас откармливаем, как? Причесываем, одеваем вас. Вот даже можно в качестве примера посмотреть те фотографии, которые есть в интернете, да? И автомобиль у вас нормальный появляется. А после свадьбы все становится опять на свои места. И автомобиль приходится продать, чтобы оплатить ресторан. И посмотри, ресторан. Как с детьми вы вроде как начинаете, так сказать, на одной волне. Ну, вопрос отношений с детьми до и после свадьбы – это вообще интересная тема. Так что вот это что такое? Ну, это Супермен. Супермен до и после свадьбы. Да. Какой милый. Какой хороший, правда? Кукляш. Да ты такой будешь когда-нибудь. Обязательно. Ну, это опять же про Супермена, да? Это опять же про женщину. Кошки кот. Не женятся, не выходят замуж. Как и что, какой до и после благородный свадьбы? Кот получается из мужчины, который, так сказать, только женился. Свеженький. Но, мужчины, я бы хотел вас предостеречь, потому что на самом деле в последнее время наблюдается тенденция, что мужчины становятся более женоподобными. Как это не печально осознавать, но какие-то проценты мы теряем, мужики, соберитесь. Чтобы этого не делать, меньше кушайте пестицидов и ГМО, потому что они меняют наш гормональный климат. Соя также пагубно влияет. Меньше пенного напитка употреблять, потому что растет животик, и опять-таки сейчас эти миллионы гормоны, мужчин да, над тобой посмеялись. Телевидение подает плохой пример, демонстрируя ухоженных парней. Но здесь я как бы не ухоженный. Конечно, да. Ребята, так что будьте мужиками. Ты сам себя сейчас закапываешь, ты не понимаешь? И самое необычное, гигиенические средства понижают выработку тестостерона. Так что выход наш, натуральное мыло. Или вообще его отсутствие. Ну, не знаю, зачем ты такие советы даешь. Я не даю такие советы, я на тебя смотрю, тебя спрашиваю. Это ты такой да, нашел. Да, 35-99-301. Друзья, позвоните, расскажите, кто все-таки круче, мужчины или парни? Ну, а мы двигаемся дальше вместе с рубрикой «Кстати». Вот же ж ты, зараза какая, Кстати, у кошки нет ключиц, что позволяет ей пролезть в любую щель, куда смогла пройти ее голова. Любопытно. Человек весит в среднем в 20-30 раз больше кошки, но если в кошку кинуть тапком, это равносильно, что в человека кинуть креслом. Факт. Даниэль Рэдклифф намеренно носил одну и ту же одежду 6 месяцев подряд, чтобы побесить папарацци, так как все фотографии выглядели как старые. Что за мужик-подушка, который ты сейчас тут... Зачем ты раскрываешь все секреты? Я в конце хотела. Нет, потом, в конце расскажу. Потом. Тогда, если мы можем, я бы хотел продемонстрировать первых женщин в мужских профессиях. О, кстати, я тоже знаю. Давай. Например, казалось бы, очень не женская профессия программист. Но есть такая дама Ада Лавлейс, которая давным-давно стала первым программистом, и в честь нее назвали первый язык программирования. Вот мы видим эту замечательную девушку. Не сохранилась ее фотографии, потому что тогда их еще не было. Продолжаем. Есть такая дама Берта Бенц, или Бенц, не знаю, как ее точно назвать. Первая женщина-водитель. Вот так вот. В 1888 году проехала на авто Карла Бенц, естественно. Мужчины авто было принадлежало. 200 километров до соседнего города, тем самым она рекламировала тот факт, что на автомобиле может передвигаться даже женщина. Эллен Чёрч, между прочим, была по образованию медсестрой, но стала первой в истории девушкой-стюардессой. Вот так вот. Где-то года два эта профессия была мужская, потом люди решили, что опять-таки девушки на борту, они помогают мужчинам проще переживать стресс от того, что они боятся полета. Исабель Перрон, первая женщина-президент. Мы сейчас не будем глубоко окунаться в историю
императрицам шальным. В общем, Изабель Перрон, она была танцовщицей в ночном клубе, потом повстречала хорошего видного политика и в 1974 году стала президентом Аргентины. Вот видишь? И самая знаменитая женщина в мужской профессии, это, безусловно, Валентина Терешкова, которая в 1963 году первая полетела в космос, и все ради ее фразы. Кто теперь рискнет утверждать, что мы слабый пол? Вот так вот она заявила, я за тебя выполняю твою работу, защищать женщину. А нам дозвонилась Ирина, доброе утро. Доброе утро. Ирина, здравствуйте. Вы дозвонились нам рассказать историю в защиту мужчин или в защиту женщин? Конечно, в защиту мужчин. Ну, давайте рассказывать. Я вам скажу даже больше. Гендерное равноправие было традиционно, было выстроено именно как равноправие. А сейчас его нарушили женщины и стали, и все пошло кувырком. В чем равноправие? В том, что женщины слабеют физически, но психологически они и иезуитски одарены настолько, что гнобят мужчину так, что традиция народная запретила им много говорить, и велено было молчать, советовать можно мужу все, что угодно. Уважать мужа, потому что что такое уважение? Это признание важности человека так же сильно его важности, как и вы сами. И вот я даже сейчас наблюдаю несколько раз, вот эта ведущая девушка, но настолько постоянно унижает достоинство своего ведущего парня, что у меня прямо хочется сказать, заткнись же, наконец. Нельзя так с человеком поступать. Спасибо большое. Я вам вручу что-нибудь прямо сейчас. Что вот бы это, вы хотели? Вот это, да, вот это пригласите билет на мастер-класс «Круг женской силы», потому что, мне кажется, вам будет интересно там побывать. Спасибо огромное. Я выпью стаканчик воды, выпью почитаю умные книги, и мы вернемся буквально через несколько мгновений. 31 октября в Берлине переменная облачность, вечером возможен дождь, плюс 12. В Варшаве до 7 тепла, малооблачно, но ожидаются осадки в виде дождя. В Вильнюсе день обещает быть хмурым, в первой половине дня небольшие дожди, воздух прогреется до 2 градусов. В Минске плюс 1, переменная облачность, снег. В Санкт-Петербурге с утра и до самого вечера пасмурно, осадки в виде снега, 2 градуса выше 0. В Москве нулевая температура, с утра и до вечера также пасмурно и небольшой снег. В Калининграде 31 октября малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 8 градусов со знаком плюс, ночью до 6 тепла. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление медленно повышается. Неделя в Калининграде предстоит дождливая и пасмурная. От 5 до 7 тепла днем, ночью 2-4 градуса выше 0. Хорошей вам рабочей недели. Но я бы все-таки хотел, в свою очередь, выразить тебе уважение, благодарность. Ни в коем случае меня Марина не унижает. Вы что? Мне за честь общаться с такой умной, начитанной, симпатичной особой. Так что все-таки она молодец, и вообще в ее сторону никто никогда. К пробкам перейдем, да? В это время. Да мы уже сказали, да в это время. Кто сказал, что без мамы в доме все вверх дном? Кто сказал, что пока мама в командировке, папа и дочка не оставят в доме ни одной чистой тарелки? Ну, собственно, житель Тюмени. Марат со своей 7-летней дочкой это и рассказали миру. На своей страничке в Инстаграме шутники выкладывают уехавшей маме фотопослание. Мол, мама, не волнуйся, у нас все хорошо. Впрочем, глядя на абсолютно счастливые лица папы и дочки, можно им поверить. А дом в порядок, в конце концов, и мама может привести, как приедет. Однажды в зоопарке Будапешта произошло маленькое чудо. И если не наблюдательные туристы, мир бы об этом чуде так и не узнал. В вольер с медведем залетел незадачливый ворон и стал тонуть в ручье. Медведь мог бы 100 раз пройти мимо, но ему, большому и сильному-то что? Но, видимо, у них у животных так не принято. И если кому-то плохо, то помочь надо все непременно. Спасенный ворон еще долго в оцепенении смотрел на спасителя.
А медведь тем временем спокойно вернулся к своему обеду, даже не помышляя сфотографироваться на фоне спасенной птицы с хэштегом «Я спас ворона». Поучительная история, не правда ли? С утра я должен выпить чашечку кофе, принять ванну, причем желательно пенную. Как бы говорят всем своим видам эти счастливые тигры. Это видео ломает все представления о том, что мы раньше знали о тиграх. Ну и где же их хвалебная водобоязнь? Где же их свирепость? Где вот эта знаменитая «Вы не стойте ко мне близко, я тигренок, а не киска»? Впрочем, спешим напомнить все же, трюк исполнен профессионалами. Так что не пытайтесь начать неделю с того, чтобы затащить в душ какого-нибудь тигра. Теперь в Калининграде лазерное лечение варикозной болезни. За один день, без боли и разрезов, без госпитализации. Клиника «Надежда». Телефон 53-87-67. К обещанным пробкам мы переходим. Сейчас перекресток улицы 9 апреля и Фрунзе. Здесь автомобилей много, но пробки пока мы не видим. Однако, друзья, я бы хотела подчеркнуть, что сейчас в конце эстакады ремонтируются две полосы. Там будут очень серьезные пробки, серьезные. По крайней мере, в выходные они были. Перекресток Центральный рынок. Также автомобили двигаются активно. Далее мы переходим в Ленинский проспект. Здесь много машин. Может быть, там вот в конце даже есть пробочка, хвостик, я, по-моему, вижу. И эстакадный мост. Здесь пробки нет. Ну, к валюте? К валюте. Валюта, она для всех одинакова. Мужчина ты или женщина? Итак, американский доллар нынче продается по цене 62 рубля 90 копеек за штучку. Европейский евро по красивой цене 68 рублей 68 копеек. И польский злотый продолжает находиться ниже 16-рублевого уровня 15 рублей 83 копеечки. Ну, уже не так он радует нас, честно скажу. Но все равно. Подводя итоги, конечно, я скажу вам честно, несколько раз я порывалась, так сказать, итог, который хотела подвести, озвучить. И, собственно, телезрительница, которая не умеет выражаться правильно в эфире, отчасти меня опередила. Чтобы понять мужчину, нужно знать несколько правил. Во-первых, мужчины не умеют намекать, они чрезмерно прямолинейны. Да ты чё? Мужчины, как большие дети, вы всегда играете, вам в любом возрасте игрушку, да, вы будете играть. Лучшее средство для того, чтобы, так сказать, завладеть вниманием мужчин и, может быть, отчасти манипулировать, это похвала. И никогда нельзя говорить о том, что мужчина хуже, чем женщина. Наоборот, мужчину нужно восхвалять. Именно благодаря этим качествам мы, женщины, нас женщины называют шеей, мы вами руководим. Вот такой я вывод хотела сделать. Я ни в коем случае в течение всего эфира не хотела там унизить мужчин или еще что-то. Мне просто хотелось сказать, что вы, мужчины, благодаря нам становитесь лучше. Да никто не спорит, и это круто, и это замечательно. Я, в свою очередь, хотел бы сказать, что не надо никого менять местами, потому что и мужчины, и женщины должны находиться на своем месте, потому что каждый выполняет свою очень сложную функцию. Кто-то содержит очаг, кто-то его оберегает, а кто-то этот очаг обеспечивает провиантом. И согласись, неважно, кто это будет, мужчина или женщина. На самом деле, вот это все-таки важно. Мне кажется, что мужчина должен оставаться мужчиной, мужественным, женщины должны быть женственными, носить платьюшки. А мне кажется, неважно, если хорошо получается у мужчин, то, может, и мужчина. Ну, это уже тема для отдельного разговора, для одной большой беседы или психологического семинара. Друзья, мы сейчас с вами прощаемся. Напоминаю вам о том, что сегодня понедельник, тяжелый день, поэтому отправляйтесь на работу с хорошим настроением. Легкий день, хороший. Мы увидимся с вами совсем скоро. Да что ж ты мне все в противовес говоришь? Так классный день, понедельник, 31 октября. Скоро весна. Пока, пока. Ha ha.